Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я в городе Магнитогорск. Хочу вам показать сад у своих родных. Посмотрите, какие яблоки растут. Сорт я не знаю. Вот такие чудесные яблоки. Вот это груши. Вот эта груша называется маршал Жуков. Курочки вон. Смотрите, какая красота. Вот вроде недалеко от нас, от нашего села Терлян. 120 километров. Но тут все растет. Здесь намного теплее. Посмотрите, какие сливы. Сливы. Тут от соседей такие сливы чудесные, ну шикарные. Вот на Урале растут у нас такие сливы. Ой, там собака такая, овчарка лает. А это вот настоящая груша. Посмотрите, какая. Это, как мне сказали, Мария, сорт такой. Вот какая груша. Это надо же. Чудесная. Сейчас пройдем подальше. Покажу вам абрикосы. Ну, кому тут не в диковинку, конечно. Но нам вот с горного Урала. Это, в общем-то, впечатляет. Вот такая груша. Настоящая, громадная груша. Вот малина. Но малина уже все отходит. Тут и вишня росла. Точнее, растет, но вишни уже нету. Ну, идем дальше. Это тоже вот груша. Посмотрите, какая груша. Они сладкие. Какая. Такая груша. И вот слива. Значит, хотел вам показать абрикосы. Но абрикосов уже нет. Смотрите. Это тоже настоящая слива. Не соседская. Какая красивая. А вот рядом город. Смотрите, полюбуйтесь. Магнитогорск. Интересно, города они у всех одинаковые, а вот слива — это, конечно, супер. И вот, друзья мои, посмотрите, еще слива, но это слива помельче, но она такая, ой-ой-ой, красота. Смотрите, сколько ее. Сколько сливы. Прелесть. Я в восторге. Ну и вы, друзья мои, кто живет на северах, для вас это тоже будет интересно. Смотрите. Ричард. Ричард, а вот охранник, посмотрите какой, сколько ему? Вот. Вот? Вот с чем-то. Вот с чем-то, да? Ну посмотрите, какой красавец, ну умничка, умничка, вот на меня не лает уже,
от радости. От радости. Да. Сейчас что, цветочки сниму я у вас. Ну что, успокоился? Да. Все. И вот, друзья мои, вот такие цветочки. Посмотрите, сколько труда вложено. Прекрасные цветочки. Это надо же. Сейчас сниму, вон те вон цветочки. Вот эти цветочки я сниму. Ой, какие прелесть. Какие вы молодцы. Сколько цветов. Сколько цветов. Ну надо же. Такая красота. Такая красота. Это что, вам показываю красоту. Посмотрите, как украшено все. Ой-ой-ой-ой. Чудесные цветы. Ну, спасибо, друзья мои, что посмотрели это видео прекрасное. Полюбовались мы цветами. Посмотрели, как в Магнитогорске растут груши, яблоки, сливы. Ну, всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока.